Итак, дружище, сегодня у нас рубрика «Снова дегустация», и я для тебя придумал оригинальный напиток, в том плане, то, что оригинальная подача. А именно, мы берем болгарский перчик, мы берем наш эспрессо, который я уже приготовил только что, и сверху я тебе залью молочко и сделаю капучино в болгарском перце. Как ты milk, думаешь? Milk and coffee. Даже с латартом. Прошу, угощайся. Perfect. Слушай, на самом деле, на вкус как капучино, даже нету вкуса перца. Да ты попробуй. Вот, вот, еще. Не, на самом деле, просто вкусный капучино. Вкусный капучино? Дай вкусный капучино. Ни разу не пробовал. Вкусный? Вкусный капучино. Вкусный болгарский капучино. Капучино. На болгарском капучино, да? На капучино. Рекомендуем.